мне выпадет нож. Ну, первый кейс такой самый простой. Давайте просто откроем, без пафоса, без этой фигни. Просто там было что-то красное. И... Ну, это первый кейс. Ну, да, 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 да. Так, это нормально, да. Да. Ух, ля, какие ключики. Как говорится, первый, блин, кобом, да? Так что не расстраиваемся, не расстраиваемся. Идем сразу открываем второй. Последние 5 открой фастом. Не, не, зачем? 5-й и 4-й открой. А, вы имеете в виду? 1, 2, 3, 4. 5-й давай. Ну тут по-любому, да, вот будет что-то. Ладно. Ну давай. Да, там было что-то красненькое, да? Да второй кейс тоже, ну как бы, ну такое, понимаете. Мы же только начали, чего вы хотели? А что вы хотели-то? Вот так вот сразу? Нет. Ладно. Ну хоть не синяя хуйня. Ну давай. Алло, блин. Чё не грузит? Алло. $300. Ну 240, окей. Нормально, алло. И идем дальше. Сегодня, я так понимаю, мой день. Да! Да! Да я! Не идет катка, пошел нахуй! Осуждаю. Не останавливаемся! Слушай, да ты шо? Неплохо, неплохо, пока нормально. Пока. 23 рубля, блядь. А почему ты фиолетовый тогда, дурачок? Давай! Фу! Ладно. Это не страшно. Вот здесь сейчас будет то самое, ради чего мы тут сидим. Погнали! Да! Да в жопу его себе засунь. Чё он такой грязный? Вот сейчас... На! Давай! Ну! Такой спокойной ночи, самая интересная часть стрима, блядь. Сейчас мне такое выпадет. Жалеть потом будешь, что шел спать пошла. Да за шо? За шо? За шо? Да блять! Опять говно выпало! Нож! Я хочу нож! Давай, 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 ну! Надо поверить просто, и тогда это произойдет. Я не смотрю. Ту, блядь!
Окей. Еще раз. Как Рикардо. Да ёп! Ладно, не смотреть, это плохая идея. Кстати, 20 ключей почти просрал. Ну! Да ты затрахал уже меня, ветеран вонючий. Ему ничто не выпадет. Запомните имя этого человека! Куда ты, блядь, улетел? Куда ты улетел? А! Тхерсет! Запомните его. Ха! Нихуя. Сколько что это? Что? Ну почти. Бля, какие 26 рублей. Почему оно фиолетовое-то тогда? Сука. Сейчас. Вот сейчас. Да уйдите нахрен, блять, ветераны пока. Сколько осталось? 23 кейса. Не, ну еще нормально так. Надрыв! У меня в жопе сейчас надрыв будет, блядь. С этими кейсами вонючими. Да, сука, опять надрыв! А, ты кислот ведешь. Палец надо. Окей, последний ключ. Давай, палец в жопу. Давай! Hi, I'm from Philippines. Oh, hello! Hello, welcome! Welcome to my stream. Ну, как ты понял, мы тут кейсы открываем. Видите, ребят, как кейсы привлекают внимание. Даже из Филиппин к нам пришли. Классно. Прикольно. Так, у меня ключи закончились. Может, кто из Филиппинов задонатит, а? Да, ну да. Да нет, Хабен еще не был прав. Не Хабен, а какой-то, не помню, Тхер какой-то. У нас еще 20 вообще-то кейсов. Я принимаю, кстати. В любом случае, мы выиграли, блядь, 8 тысяч, потратив 500 рублей. Это... надрыв, сука.
Сука. Weapons restrictions lifted. Вот это охуенно, давай! Ну ёбаный! Ну я волк! Да, я волк, блять, я выиграю! Да это хуйня дешевая, да? Блять, 85 рублей. Я волк. В цирке, кстати, выступаю. Да иди нахуй себе колымагой. Кстати, подожди, это же та самая, которая 300 рублей стоит, разве не? Подожди. Да! О! Нормально. Ай, блядь, рука болит. Вот вы смеетесь, да, Габена спамите. А сейчас как выпадет? Вам так стыдно будет, блядь. Надрыв! Ну ладно. Надрыв, да? Надрыв! Ебать, ты чё, прикалываешься? Окей. Окей. Ну, хоть не надрыв. Это уже победа. Давай. Давай. И все меньше. И меньше. Давай. А ты, сука! Ну ё-моё! Какое перо, блядь! Какое, блядь, перо, нахуй! Ну давай! Сука! Да, я не буду смотреть. Еще 300 рублей. Давайте еще не будем смотреть. А ну-ка. А ну.
Блядь. Надо... Слишком рано начал смотреть. А? Ну чё там, чё там? Чё там? По-моему, хуйня, идея. Молчать надо, да? Три кейса. Два кейса. Ну. Окей. Уа! Друзья, остался последний. Ластецкий. Кто его знает, что нас там ждет? Да не поможет палец в жопе. Да ладно, давайте, вот, все, сейчас. Вау. Так. Будет забавно, если сейчас еще и надрыв выпадет последний. Пока где-то в Швейцарии ученые работают над коллайдером, мы с вами сидим здесь. И открываем последний кейс, в котором, возможно, нас ждет чудо. Ну так давайте же мы узнаем, кто скрывается в этом кейсе. Ножик?
Мне выпал кейс. Мама,